Вес установлен. Щербакова Светлана. Первый подход. Первый подход. Внимание в зале. Светлана, поздравляю тебя с новыми рекордами, рекордами Московской области. И особо приятно то, что, ну не то, что приятно, а важно, то, что эти рекорды были установлены самой Татьяной Кашириной до 17 лет в свое время, и ты их побила. То есть ты достигла сейчас вот именно такого уровня, что мы можем сделать вывод, что при дальнейшем дальнейшей спортивной подготовке ты можешь добиться таких же впечатляющих результатов, как вот сейчас добилась сама Татьяна Кашерина. И вот хотелось бы спросить, какие у тебя впечатления о своих рекордах, так сказать. Я рада, что установила новый рекорд в Московской области, что это мои рекорды, что я побила рекорды Татьяны Кашериной. Ну, какие впечатления у тебя были? Ну, ты когда вот выходила на помост, что ты ощущала? Было какое-то давление? Или... Ну, это было спокойно. Поднимала когда-нибудь такие веса? Да, ты обычно на тренировке. На тренировочные веса. Такие я поднимала больше на спринт соревнования. То есть психологически ты не готовилась так вот? Ну, давления никакого не было? Я не подготовилась к этому соревнованию. Я просто приехала, чтобы добраться на Россию. Ну, то есть не проходка, а так, тренировочные веса. Ну,
Что помогло добиться этого? Ты была на сборах или просто тренировалась? Да, я провела в городе, в Лузе. Все точно помогло. То есть ты, можно сказать, даже сейчас не на пике, да? Если ты готовишься к России, то сейчас у тебя просто как подготовительный период идет. И у тебя 93 рывок, да? 113 толчок. Какие планы? Если это у тебя тренировочные веса, как ты говоришь, ты на тренировках поднимала. План на России? Ну, что ты планируешь в ближайшее время поднять? Там 95, 115, например. Или мало, да? Ну, примерно к России. Ну, я думаю, не меньше 100 рывок, не меньше 120 толчок. То есть это минимум, угу, который я хочу поднять в ближайшее время. Ну, очень хорошо. Будем за тебя болеть. Большое спасибо.